В самом географическом центре Ростовской области, в станице Тацинской, ежегодно в мае месяце проводится один из этапов чемпионата Ростовской области по мотокроссу. Здравствуйте, меня зовут Евгений, и сегодня это видео мне помогает снимать моя дочь Николь. И как вы уже догадались из названия видео, сегодня речь пойдет о мотокроссе. Это проект «География России», канал «Вселенная Beautiful World». Поехали! В 1885 году в Германии известный инженер-конструктор Готлиб Даймлер создал первый в мире мотоцикл. Это событие потрясло транспортную индустрию и стало первым толчком к зарождению мотоциклетной культуры и, как следствие, мотоспорта. В начале 20 века зародилась новая дисциплина внедорожного спорта – классический мотокросс. Мероприятие получило название «Гонка за лесой», а в числе участников было 13 мотоциклистов и 16 кавалеристов. Цель соревнования была проста. Мотоциклисты должны были наглядно продемонстрировать превосходство нового вида транспорта над лошадьми, как в скорости, так и в проходимости по пересеченной местности. Однако до финиша из 13 райдеров добиралось только двое, и в итоге победа оставалась за кавалерией. В 1894 году состоялось автомобильное состязание, в котором приняли участие и механические двухколесные экипажи. Маршрут гонки составил 126 километров. Это расстояние от Парижа до Руана. Средняя скорость движения транспортных средств, участвующих в этих соревнованиях, была смехотворной – всего 20 км в час. Но для конца 19 века это был прорыв. Гонка привлекла множество зрителей. Ее стали проводить каждый год. Но первое соревнование для мотоциклистов состоялось лишь в 1899 году. С этого момента начинается история возникновения мотоспорта как самостоятельного явления. Гонка прошла в Австрии, в Вене. Тогда еще не существовало четких правил проведения состязаний. В 1900 году это недоразумение было исправлено спонсорами гонок. Они установили ограничение массы транспортных средств от 400 кг до 1 тонны. Основа современного мотокросса была положена после Первой мировой войны, когда организаторы соревнований смогли найти наиболее приемлемый формат проведения гонок. Гонки стали проходить на открытой местности с травяным, песчаным или грязевым покрытием, но без каменистых участков. А старт стал общим, и все участники начинали гонку одновременно. В многочисленных спорах о наиболее оптимальной продолжительности круга в Европе одержали верх любители короткой трассы, длиной от 1,5 до 3 км. Такие треки были признаны как достаточно безопасными для участников гонки, так и наиболее зрелищными для публики. В Советском Союзе мотокросс был официально признан спортивной дисциплиной во время проведения первой рабочей спартакиады. Дело было в 1928 году. В программу входила кроссовая гонка с продолжительностью круга в 100 км. Уже позднее, в 1936 году, в Киеве состоялось первенство СССР по мотоспорту.
А вот на короткой трассе с длиной круга в 1 км 300 метров мотокросс провели только в 1957 году в Расторгуеве, который расположен в Подмосковье. Гонка включала в себя 3 заезда по 10 кругов каждый. Гонки в Советском Союзе проводились повсеместно, в больших количествах, начиная с городских и областных центров, заканчивая всесоюзным выявлением победителей. Зачастую гонки посвящались известным персонажам и историческим датам, таких как памяти Юрия Гагарина в Саратове или памяти Циолковского в городе Калуге. Первое международное соревнование по мотокроссу среди социалистических стран прошло в Подмосковье в 1954 году. В них приняли участие команды из Польши, ГДР и Чехословакии. Позже интернациональные первенства стали проходить ежегодно. А в 1956 году Центральный автомобильный клуб СССР стал частью Международной мотоциклетной федерации, благодаря чему советские гонщики начали участвовать в чемпионатах мира по мотокроссу. В 1963 году Игорь Григорьев занимает 3-е место в классе 250 кубов и становится первым советским спортсменом, награжденным бронзой Международной мотоциклетной федерации. С распадом Советского Союза мотокросс, как и многие другие виды спорта, переживали трудности. Но спустя годы нестабильная ситуация начала изменяться в лучшую сторону, и отечественный мотокросс вновь начал активно развиваться. В данный момент в России появилось большое количество новых клубов и команд, а также на треки вернулись многие ветераны, которые начинали свою карьеру еще в Советском Союзе. Существенно увеличилось количество проводимых соревнований. В данный список входят чемпионат России по мотокроссу, чемпионат России по суперкроссу, первенство Российской Федерации по мотокроссу, а также различные всероссийские и традиционные соревнования. Стоит отметить, что возобновилась традиция проводить соревнования, приуроченные к важным историческим датам или посвященным известным личностям, так же, как это было реализовано во времена Советского Союза. Помимо всероссийских соревнований, бурно развиваются локальные мероприятия, проводимые различными клубами, школами или командами. В нашем случае уже на протяжении многих лет в станице Тацинской в мае месяце проводится один из этапов чемпионата Ростовской области, в котором принимают участие спортсмены из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, а также представители Донецкой Народной Республики. Важным событием в календаре международных мотогонок является чемпионат мира по мотокроссу. За организацию чемпионата отвечает Международная мотоциклетная федерация. И данные соревнования бесспорно являются главными в каждом сезоне для всех профессиональных кроссменов. Кто не ездил на кроссовом мотоцикле, не поймет, насколько сильные физические нагрузки испытывает гонщик. Многие думают, что райдеры ничего не делают, кроме как крутят руль и дергают ручку газа. Однако мотокросс чуть ли не самый зрелищный и тяжелый вид спорта. Спортсмены выполняют большие прыжки, проходят повороты, будучи на волоске от падения. Как ни странно, в этом виде спорта переломы и ушибы в результате падения с мотоцикла еще не самое худшее. Не меньшую опасность для здоровья предоставляет
невероятные нагрузки, которым подвергается организм гонщика на трассе. Огромная центробежная сила, постоянное физическое и психологическое напряжение – все это сильно изнашивает организм каждого гонщика, повреждая внутренние органы, кости и мышцы. За время гонки спортсмен способен потерять до 5 кг массы тела под влиянием стресса. Поэтому требуется серьезная физическая подготовка рук, плеч и выносливости в целом. Пилот обязан сохранять контроль над мотоциклом при максимальной скорости, при этом удерживая железного коня весом в 100 кг. Руки и ноги гонщика во время езды постоянно находятся в движении, чтобы поглощать удары от неровностей, не считая возможных недолетов. Из-за особенностей трассы райдеры проводят много времени стоя на подножках. В конце концов, профессиональные гонки длятся более получаса. Это настоящее испытание для спортсмена. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. До новых встреч на проекте «География России». Всем пока!